Ричард Мур, руководитель британской разведслужбы МИ-6, поздравил мусульман с наступлением благословенного месяца Рамадан в своем твиттер-аккаунте. Один из иностранных подписчиков Мура обратился к нему с просьбой написать поздравление на турецком языке, ведь глава МИ-6 отлично им владеет. До своего назначения главой внешней разведки Ричард возглавлял дипмиссию Великобритании в Анкаре. Глава МИ-6 не проигнорировал просьбу турка и продублировал поздравление на турецком. «Да будет благословен для вас месяц Рамадан». Ричард Мур, бывший посол Турции и политический директор МИД Великобритании, стал главой британской разведывательной службы осенью прошлого года. Дипломат является личным другом президента Турции. Во время работы в качестве посла Мур обеспечивал информационную поддержку поездок Эрдогана в Европу. Благодаря его стараниям в британской прессе в адрес главы Турции выходили хвалебные публикации.